Всем привет! Сегодня 1 мая, я собираюсь открыть сезон. Здесь у меня покрафт с веслом, с насосом, в рюкзаке все остальное, что нужно на полтора дня. Много раскачиваться некогда. Стеклопластик, карбон, IT, юбка в случае дождя. Стекла нет. Насос пляжная одна штука. Клапан здесь обычный, как на все. Так. Пять минут с перекурами. Ух, вот что, полчаса прособирался. Самое такое муторное, как все присоединить так, чтобы она не болталась на ходу и центр тяжести было не слишком высоко. Но тут сложно, потому что внутрь, в ноги туда практически ничего не засунешь, только если сесть, потом из рюкзака достать туда-сюда. Попробуем вот так сделать. По этой части Инивы я еще не ходил. И вот что тут может быть за поворотом? Не знаю. Так, скорость. Слегка грибу. 7,5. Побыв в холодной воде, очень сильно сдулся. И вот подкачать, пользуясь случаем. Так, ну вот у нас тут очередная бобровая засада. Не обойти ее, не объехать. Сейчас мне нужно очень аккуратно попытаться по крафт туда перевалить. Да.
дать ему уплыть. Еще приеду. Не знаю, по всему. Надо искать место на кресле. 10-20. Веселее, чем вчера. Утром всегда хорошо живет. Бегал, но начинает постепенно крутиться. Скорость невысокая, скорость 5-6 километров в час. То есть я по той же вишере там или по березовой разгонялся до 7, до 8, до 9 даже на хорошем перекате. А тут вроде течение есть, но скорость низкая. Дальше деревни. Вот тут, блин, промоина оказывается. Я не сообразил, такую петлю сделал. Ну, что-то куда-то уходит поток, непонятно куда. Такая бодрая скорость, 8-9 километров в час. Вот нам сейчас предстоит нетривиальная задача, которую раньше на покрафте не делал. Пройти валы разрушенного места.
ни лики, ни малы. Товарищ бобер. Thank you.